Jeez, приятель, man, я тебя знаю. Cable кабельщик, ты в порядке? No. Нет. What's the matter? Что с тобой? Я не чувствую ног. Агент Уилмор, ФБР. Забавно, я сначала принял тебя за призрака. Я искал тебя. Ну вот и нашел. Я говорил со Скалли. Как она? Ей лучше, она выписалась из госпиталя. Нет, это санаторий. Я оставил ее там после ранения на складе. Я звонил в офис Сиэтла за подмогой, но они прислали еще больше людей из NSA. Я был на железнодорожной развязке, когда Рауч похитил меня и украл мою машину. Всегда хотел повидать северо-западную часть Тихого океана, но из грузовика немного увидишь. Рауч внизу. Ты шутишь? Он не поджарил тебя? Прошу прощения. А, ничего, в каком он состоянии? Без сознания и весь в моторном масле. Рауч, да, он всегда любил поизвращаться. Позволь мне догадаться, это железнодорожная развязка 1121? Точно, они используют ее в качестве промежуточного пункта. Да, так мне и сказали. Ты как будто принадлежишь высшему свету, Фрохи, Рауч, Скалли. А Скиннера знаешь? Да, он дал мне это дело. Я должен был догадаться. Почему Рауч похитил тебя? А Рауч — хирург военно-морского флота, который участвует в инопланетных экспериментах. Пришелец, контролировавший или контролирующий его, потерпел крушение в море 2 месяца назад. Ты только что сказал пришелец, контролирующий его. Ну, есть особый вид пришельцев, которые могут использовать людей в качестве своего хозяина. Паразит полностью овладевает человеком, получая даже доступ к знаниям, которыми тот обладает. Единственное отличие их от остальных – черная маслянистая пленка на глазах. Экипаж Тараклана наткнулся на одного из таких пришельцев, который их просто взорвал. Правительство поместило его в один из товарных вагонов, но кто-то напортачил, и он сбежал. А у Рауча была такая черная пленка на глазах. Да, тебе посчастливилось, что он не попытался убить тебя. Я уверен, что пришелец пытается вернуться на свой корабль, поэтому он использовал Рауча, чтобы добраться сюда. Но я понятия не имею, где может быть корабль. Когда я подъезжал, я заметил, как из дома выбежал мужчина в черном. Мы должны догнать его, он новый носитель. Но сначала нужно выяснить, куда он направился. Я знаю, трое мужчин в видеоконференции дали мне координаты секретного правительственного объекта. Похоже, это надежный источник. Да. Агент Уилмор, это Дана Скалли, где вы? В Джуно, на Аляске. Вы нашли Малдера? Да, он здесь со мной. Слава богу, могу я поговорить с ним? Это Скалли. Скалли, где ты? Я на пути в Джуно. Кто твой агент по путешествию? Байерс в Хайпер Лэнгли. Славные ребята, твой сотовый телефон с тобой? Да. Отлично, я перезвоню тебе. Замечательно. Похоже, у нас незваные гости. НСА? Или свидетели Иеговы? Мне нужно, чтобы ты отвлек их на время, чтобы я смог встретить Скалли, затем мы встретимся на базе. Подожди, мне было поручено найти тебя и Скалли. Я сделал это и отчаливаю. Что за отношения? Игра еще не закончена. Не хочешь дождаться финала? Ладно. Агент Уилмор, мы из Национального агентства безопасности. Мы отслеживаем цепочку контрабанды плутония из бывшего Советского Союза в Югославию через Гонконг и Сиэтл. Теперь у нас есть веские доказательства, что таракан был курьерским судном, провозившим грузы из 7-мильной зоны. Экипаж, а также мужчина, который умер в Чарно, погибли из-за плутония. Ваше расследование закончено, агент Уилмор. Вы немедленно вылетаете в Сиэтл. Мы принимаем на себя ваши полномочия здесь. Мы доставим вас в аэропорт сейчас.